Добро пожаловать на просмотр видео. Сегодня я покажу вам, что включает и что из себя представляет зимнее обновление МТА провинции. Приятного просмотра. Просторы провинции покрылись плотным слоем снега. Вместо холодного осеннего дождя теперь сыплет снегопад. Ваш автомобиль, находящийся под открытым небом, будет постепенно заметать снегом. Вдоль дорог лежат снежные сугробы. Сервера наполнились такими зимними звуками, как хруст снега под ногами и вой ледяного ветра. Водоемы покрылись слоем льда, поэтому на замену прогулочным теплоходам пришли ледоколы. В свою очередь поливомоечные трамваи отправились в ангары до весны. На смену им вышли снегоуборщики. Снежная погода вызвала ухудшение сцепления с дорогой, поэтому будьте аккуратнее на дороге. Даже находясь не за рулем, вы можете поскользнуться и упасть. Напротив вокзала Приволжска открылся каток, где можно взять на прокат коньки и покататься с друзьями. Во многих местах были установлены новогодние елки, возле которых можно сделать множество атмосферных скриншотов. У вокзалов вас будут ждать зимние магазинчики с новогодним инвентом. На просторах провинции появились сугробы, благодаря которым вы можете лепить и кидаться снежками. В честь этого напротив Максадима была слеплена целая снежная площадка для сражений. Неподалеку от аэропорта была добавлена зимняя деревня, которая обустроена подъездом и парковкой. До самой деревни можно добраться двумя способами: пешком по очень красивой тропинке или сидя с помощью канатной дороги. Попадая в деревню, вы услышите играющую музыку, так как в деревушке установлена сцена радио «Провинс», на которой можно подурачиться с друзьями. Вы можете арендовать сани и скатиться на них с горы. Возле одной избы можно найти бесплатные подарки. Помимо всего, у вас есть возможность вкусно и бесплатно поесть, а также поделать красивые скрины на троне и купить новогодние шапки. Интерфейс магазина скинов был полностью переделан, теперь каждый скин имеет свое название. Были добавлены новые скины на время зимы. Форма во фракциях тоже стала зимней. Помимо зимних нововведений, добавили 6 новых автобусов марки PAS со всеми фишками и бомбезным качеством. Что ж, зимнее обновление получилось просто замечательным, им я доволен на все 100. Это, наверное, самая атмосферная зима среди игр, которую я видел. В качестве предновогоднего подарка вы видите промокод Данич для 5 сервера. Ссылка на скачивание проекта уже в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.